Всем доброго времени суток. На просторах сети вышло видео боя Чаршанби и Тимура Никулина. Я так понимаю, бой проходил неофициально. Вот некоторые основные моменты. Бой проходит в партере. Очень много людей вокруг и много рефери. Чаршанби сидит в маунте и наносит удары. Видно, как отключает коленом левую руку. Второй фрагмент начинается с перехода Чаршанби на удушение сбоку. Тимур отключается на несколько секунд, но Чаршанби отказывается отпускать.